Мой датчик, который стоит у меня дома, он показывал превышение нормы не в 3 раза, как обычно бывает в других наших постсоветских городах, а в 7-8 раз, иногда доходило до 10 раз, потому что в самые такие холодные дни, когда все отапливаются, уровень, получается, он превышал намного. Мне кажется, это всем известный факт, что в Алматы качество воздуха очень плохое, особенно это наблюдается зимой. А так как мы находимся в гористой местности, у нас в принципе она не очень хорошо продувается. Плюс у нас есть перенасыщение автомобильного транспорта в городе. Но насколько я знаю, что основной причиной являются ТЭЦ, которые работают до сих пор на угле.